И физики, и лирики, и спортсмены. Все эти категории можно смело соотнести с личностными качествами судебных экспертов области. Они успевают не только профессионально выполнять свою работу, но и постоянно занимаются спортом. Отличную физическую форму самые активные смогли показать в рамках чемпионата среди сотрудников и работников органов Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области по настольному теннису. Уровень игры любителей можно с уверенностью соотносить с профессиональным. И на это есть свои основания. Я занимаюсь настольным теннисом еще со школы. Просто это занятие мне очень нравится. Я думаю, что здесь среди моих коллег тоже немало энтузиастов таких. Вот, ну, это когда хочется, вот тогда оно получается. Да, представительниц прекрасной половины в мужском коллективе не так много. Однако и они достойно показывали свои спортивные компетенции. Игра продолжалась до 11 очков. Для каждого из столов был назначен свой судья, который отвечал за правильность подсчета и соблюдение правил. Основное правило – это игра до 11 мячей. Если счет ровный, значит, играем до 2, больше-меньше, преимущество 2 мяча. Ну, есть свои особенности при подаче, касании сетки. Наши эксперты имеют довольно высокий уровень и могут занимать призовые места вообще в Государственном комитете. Так что, думаю, у нас все получится. Лучшие из лучших определялись на протяжении нескольких часов. Обладатели первых трех мест чемпионата среди сотрудников и работников органов Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области получили не только дипломы, но и путевку на республиканский турнир, который в ближайшее время пройдет в столице.